Всем привет! Друзья, сегодня мы находимся в Херсоне. Нас пригласили на конференцию посетить. В принципе, уже первая часть прошла, но я решил выйти и заснять вам, так сказать, представить начало. Ну, в принципе, все, что будет, я вам покажу. Будет сначала конференция, а потом будет... Завтра мы поедем по пассивам, по гостям. Так что смотрите, кому это интересно. Вот здесь производители. ВВ-100. Догонки. Ну, давайте пойдем вовнутрь. Сейчас кофе-брейк. Ну, я вам покажу. Здесь кофе-брейк. Здесь тоже производители. Фирма Парик. Обережно нас снимают. YouTube. Привет. Ну, вот такой кофе-брейк. Все, друзья. Теперь идем в конференц-зал. Позвольте представиться. Зовут меня Александр Синюк. Я являюсь главой общественной организации «Земля Таврии», которая уже не первый год поддерживает и развивает пчеловодов на Херсонщине. Я очень благодарен за то, что вы сегодня собрались, за то, что вы несете благое дело, за то, что вы его развиваете, потому что пчела – это благое существо, и очень важно понимать, что вы причастны к этому развитию. Всем заранее хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов, но для того, чтобы у вас ваш бизнес развивался, мы сегодня собрались на конференцию обсудить те проблемы, которые у вас существуют в вашей отрасли. Пожалуйста, проходите, если можно, чуть-чуть соблюдайте тишину, потому что зал... Меня слышно хорошо на задних рядах? Отлично. Я хочу поблагодарить партнеров, потому что мы сегодня проводим мероприятие, как обычно, при поддержке наших партнеров с Херсонской областной спилки пчеловодов. К сожалению, Юрий Лаврененко не будет сегодня присутствовать, но его зам выступит. Также хочу поблагодарить департамент агропромышленного развития, который также активно принимает участие и поддерживает наши мероприятия. Ну и все сервис-фирмы, которые сегодня удосужились приехать и предложить вам свои услуги и свои товары для того, чтобы ваша сфера развивалась и вы, соответственно, постоянно следили за новинками. Ну и, конечно, наших уважаемых спикеров, которые сегодня будут выступать, потому что многие приезжали из Киева, из других областей, донесут нужную информацию. И для того, чтобы наша сегодняшняя конференция не была такой, знаете, традиционной, мы решили немножко скреативить. Первую половину дня, к сожалению, у нас тут прохладно, по тем причинам, что, скажем так, администрация пообещала, что будет тепло, но зима, как приходит, говорится, нежданно, и батареи тоже иногда имеют право долго жить. Поэтому по техническим причинам, к сожалению, тепло нам не дали, но мы выйдем из ситуации. Первую половину части конференции мы будем находиться здесь, а после фуршета мы уже перейдем в соседний зал, там теплее, и там у нас будет более комфортно для того, чтобы, скажем, сохранить наше тепло в наших телах. По поводу креативности сегодняшней конференции. Значит, так как много возникло проблем, да, в отрасли пчеловода, мы бы хотели сегодня поднять эти проблемы и разбить целевую аудиторию конференции на такие рабочие группы, чтобы в дальнейшем и поработать с этими рабочими группами в виде тренинга. То есть это у нас как бы займет немного времени, но смысл этого мероприятия заключается в том, чтобы мы обозначили цели и задачи решения этих проблем. Если мы их будем обозначать и выделять, закреплять за этими целями и задачами вас, как игроков рынка, мы понимать будем, что необходимо помочь, что необходимо нам сделать, как партнерам, как проекту, как общественной организации, которая готова вас сопровождать и поддерживать. Потому что, проводя конференции, я могу сказать следующую статистику, мы уже провели около
Да, неважно. Мы уже объездили 10 районов Херсонской области. В нашей базе уже около 620 производителей меда, чтобы вы понимали. Да? То есть это люди, которые удосужились посетить наше мероприятие целевые по пчеловодству. И сегодняшнее мероприятие показатель того, что вам необходима информация, вы жаждете этой информации, вы жаждете развития и понимания того, что будет дальше происходить с вашей отраслью. А на самом деле изменения будут. И они будут касаться конкретно пчеловодов, потому что государство хочет, чтобы вы были прозрачными, открытыми и легализированными. Только тогда оно сможет протянуть руку помощи. В противном случае вы со своими проблемами останетесь сами с собой. Для чего была создана ассоциация? Для того, чтобы помогать вам решать эти проблемы. Ну и так, давайте я все-таки расскажу все-таки о нашей организации и с кем мы сотрудничаем. Общественная организация «Землетаврии» имеет особую миссию. Мы стараемся, мы развиваем наших плодощеводов, но и самая главная наша миссия – это сохранить биоразнообразие нашего края. Вы понимаете, что мы в самом названии «Земля Таврии» уже заложили эту миссию. Поэтому мы развиваем пчеловодов, мы развиваем органическое земледелие, мы работаем с плодоовощным сектором. И все это делается для того, чтобы дать возможность людям заработать на нашей земле и защитить свои каналы, свой рынок сбыта, свои территории для того, чтобы наш производитель научился вырабатывать продукт, не сырье, а продукт, который будет востребован на внутреннем рынке, но, естественно, если у вас есть большие объемы, то и на экспорт. Так как у нас глобальные цели и миссии, мы привлекаем партнеров. В данном случае мы сейчас являемся координаторами украинского проекта «Бизнес-развитие плодощеводства». На экране, на слайде вы видите, этот проект поддерживается канадцами. Это официальный проект, который зашел на 7 лет в Украину и будет работать до 2021 года. Основная задача – развивать и поддерживать малого и среднего сельхозпроизводителя, который вовлечен в плодовощную деятельность. На сегодняшний день у проекта уже более 35 тысяч участников. Достаточно большая цифра. Проект работает в 4 областях. Вы видите, юг Украины, Херсон, Одесса, Николаев, Запорожье. Во всех этих областях, так как и у нас тоже есть пчеловоды, так как и у нас тоже собираются большие залы, и все понимают, что пчеловоды помогают развиваться плодощеводам, потому что ваши пчелки опыливают культуры, которые в конечном итоге дают качественный продукт им и, соответственно, урожайность повышают. К сожалению, пока еще наши фермеры не оценивают тот посевный труд ваш. То есть пока у вас идет такое противодействие такое, потому что они со своими интересами или со своими, и нету такого арбитра, который мог бы вас как бы упорядочить. Но на сегодняшний день мы должны стать, вы должны стать такими, если есть проблема, ее надо решать снизу. Соответственно, мы готовы вам в этом помочь, в этой решении, извиняюсь, холодно немножко, дрожит голос, в решении этой задачи. Так, смотрите, сервисы проекта. На сегодняшний день проект не пришел с простой технической помощью, а с конкретными сервисами. Разработан бизнес-калькулятор, вот он у нас есть на сайте. Я не знаю, можете поднять руки, кто пользовался бизнес-калькулятором? Сайтом пользовались, да? Чем интересен этот инструмент? Тем, что вы можете просчитать себестоимость своего килограмма меда. Для чего это необходимо знать? Для того, чтобы вы понимали, какую рентабельность вы имеете в своем бизнесе, да? Мы сделали такой срез, взяли там 3 участника, пчеловодов, и попросили их данные, то есть их затратную часть. И через нас бизнес-калькулятор у нас вышла средняя зависимость от зарегистрированного или незарегистрированного бизнеса, себестоимость килограмма от 18 гривен и выше. Понимаете, да? То есть для чего это? Мы должны понимать, что минимум этой цены вы ни в коем случае не должны опускаться. И у вас есть маржа, то есть та цена, которую вы получаете от закупщика, которую вы можете уже использовать или в развитии
собственных, скажем так, своей отрасли или расширения, или в развитии дополнительной стоимости вашего продукта. Многие пчеловоды уже на сегодняшний день этим пользуются. То есть они понимают, что их объемы небольшие. Они делают добавленную стоимость за счет того, что комбинируют мед с сухофруктами, мед с орехами, мед с травами, мед с добавками всевозможными. И этот, скажем, дополнительная стоимость, скажем, в комбинации приводит к тому, что стоимость той баночки уже на порядок дороже. То есть от традиционного меда, который вы продаете, как правило, в оптом. Также у нас есть бизнес-туры. Наш проект имеет возможность помочь пчеловодам посетить международные выставки. Это Пимондия в Турции, она ежегодно проходит. И в прошлом году наши участники проекта ездили для того, чтобы ознакомиться с новинками, с технологиями, привезли оттуда, естественно, определенный опыт, знания. Но они прекрасно поняли, что пчеловоды в других странах далеко пошли. То есть у них уже идет промышленная пасека. Они уже думают о том, как завоевать рынки сбыта в других странах. К сожалению, наш мед, он пока используется всеми реальными трейдерами как сырье, которое используют, ну, скажем так, для того, чтобы добавить свой мед, наш мед, и сделать более качественный вариант в продажах своих. Обучение. Вы видите у нас такой сервис. Сегодня, в принципе, мы можем приравнять наше мероприятие к обучению, потому что во второй части, как я сказал, будет рабочая установка, то есть мы будем решать текущие проблемы вашей отрасли. Но помимо этого, вы должны понимать, что общественная организация «Землетарий» постоянно проводит мероприятия. У главы Херсонской области Союза пчеловодов Лавриненко Юрина, мы были в этом году, да, и он, к сожалению, не смог приехать, но просил извиниться, передать огромный привет, что он всех вас ждет каждую первую неделю октября каждого года. Мы будем приезжать на, скажем так, его садыбу, где он делится своим опытом. В этом году, ну, немного, к сожалению, могли мы принять на его территории около там 30 человек. Но те, которые были, поднимите руки. Вам понравилось, уважаемые участники? Было интересно? То есть глава готов собирать и обсуждать перспективы, планы развития союза пчеловодов. Бизнес-калькулятор. А вот смотрите, теперь очень интересные данные. Посмотрите, пожалуйста, на слайды. Вы видите, что сделал проект. Мы взяли информацию, так как я сказал, проект работает в 4 областях. Мы свели эту всю информацию, и у нас получились статистические данные по пчеловодам. И что мы увидели? Что большая часть пчеловодов, естественно, мужчины, видите, да, 95%, что возраст пчеловодов в большей степени это люди уже на пенсии. То есть мы говорим о том, что отрасль не молодеет, а надо понимать, что надо учить молодое поколение, которое будет перенимать ваши знания и практики, и практический опыт. Поэтому задача стоит в том, чтобы за счет таких вот конференций привлекать молодежь, давать посыл того, что на сегодняшний день пчеловодство достаточно рентабельный бизнес. Я вам скажу следующее. Так как мы проводим много мероприятий и считаем другие бизнесы, то вы на сегодняшний день находитесь в пятерке рентабельности по, скажем так, получению максимальной рентабельности. В этой пятерке также находятся игроки, такие как выращивание шафрана, спаржи. То есть вы понимаете, то есть рентабельность за 200%. Даже те люди, которые занимаются выращиванием огурцов в теплицах, у них рентабельность намного меньше. Если вы работаете, ну, скажем так, в большей степени, я не пчеловод, но я наблюдаю со стороны, вы работаете не полный сезон, практически не полный сезон, то им приходится работать полный сезон. Независимо от того, что у них сезонность тоже есть в бизнесе. Идем дальше. Дальше мы видим следующую статистику. Вам видно вообще слайды, хорошо? Да. Вот, смотрите, вот 40% меда сдается куда? Трейдерам.
44% оптовым рынком и 50% на оптовый рынок и разрозненный. То есть мы видим, что многие из участников проекта, которые нами проанализированы, все-таки находят добавленную стоимость своего продукта в розничной продаже. Это на самом деле хороший показатель, потому что если у вас есть небольшой объем, то вы можете эту добавленную стоимость сделать через продажу розницы. Но для того, чтобы, эта розница развивалась, нужно постоянно чем-то удивлять потребителя. Сейчас потребители очень требовательны. Они хотят, чтобы вы им не просто продали банку с медом, а продали качественный продукт, продали какое-то решение. То есть люди хотят во всем находить решение. То есть, я уже поднимал этот вопрос, то есть это могут быть и лекарственные травы, то есть в комбинации, это могут быть мед с орехами и всевозможные моменты. То есть сейчас люди не заморачиваются в самообслуживании, то есть они хотят, чтобы их обслуживали. Поэтому ваши продукты, они должны быть уже с готовым решением каким-то. Это может быть продукт для туризма, это может быть продукт для армии. То есть все это надо понимать. Это может быть продукт для хорики, кафе, баров, ресторанов, отелей. Вы видите, что когда заезжаешь в отель, как правило, дают упакованный мед. Очень мало, то есть там он порционный, 20 грамм, такое-то. Как правило, очень мало нашего отечественного производителя. Они закупают импортный мед. И в связи с тем, что все больше и больше туризм развивается в Украине, это ниша, которая, к сожалению, пока не занята в большей степени. На этом тоже надо задумываться. Идем дальше. Значит, по поводу образования. Мы видим, какой уровень образования пчеловодов высшую освиту мают 48%, среднюю 33%. И 52% мают государственную медогонку. Тут теж такий показник із цікавий. 80% мають постійних покупців, інший показник. І 31% всього-навсього є членами об'єднаних бджолярів. Це говорить про те, що потрібно все-таки для того, щоб вирішати свої питання, решать їх в об'єднанні. Потому что весь мир живет в кооперации. Самые продвинутые кооперативы находятся где? В Японии, в Аргентине. Да, там, где они этот этап прошли, одиночных, скажем, таких боев. В одиночку мы, к сожалению, не справимся со всеми теми вызовами, которые стоят в отрасли. Для этой цели они и решили объединиться, потому что когда вас много, у вас единый голос, вас замечают, вас слышат. Когда вы одни боретесь там, с травлей пчел или еще какими-то вопросами, вы, к сожалению, незаметны на этом на общем фоне. И очень даже интересная цифра, смотрите, 50% товаров покупают пчеловоды в интернете. То есть, опять же, онлайн-продажи – это новые инструменты, которые на сегодняшний день активно используются. Как правило, 50% – это часть молодых пчеловодов, я так понимаю, ну и не только молодых, но в интернете часто бывает дешевле, нежели ты приходишь в специализированную лавку. Ну и, соответственно, какие-то дополнительные преференции в этом можно получить, снизить себестоимость выращенного будущего килограмма меда. Киргиз пчелосемей, тоже хорошая статистика. Обратите внимание на вот эту диаграмму круглую. У кого есть пасеки, да? Пасеки за 100 семей, даже вот, скажем так, от 100 до 200, 13%. Максимально в этом количестве, то есть общая масса, я так скажу, 36% имеет до 50 семей, ну и 18% до 100 семей. То есть мы понимаем, что большинство, оно находится вот здесь, вот, в 36%, то есть это небольшие пасеки, относительно небольшие. Соответственно, они являются основными игроками и основными поставщиками меда для наших украинских трейдеров. И вот то, что я хотел бы, на чем обратить внимание, перед тем, как передам слово следующему нашему гостю и спикеру, вот эти темы, которые мы хотим сегодня проговорить с вами.
Возможно, в процессе нашей конференции у вас родятся еще какие-то направления. Это не исключительный вариант этих тем. Мы их просто обозначили как основные, которые мы понимаем, что их надо решать. Это травля пчел, это селекция пчел, органический мед и экология пасеки, каналы сбыта, экспорт и вот прочее. То есть мы эти темы проговорим сегодня во второй половине дня и, соответственно, обозначим пути их решения. Если у вас, еще раз повторю, возникнут какие-то дополнительные темы, которые вы посчитаете необходимым решить, мы их запишем и обязательно, скажем так, будем обговаривать на протяжении сегодняшнего дня. Итак, я хотел бы представить и пригласить к слову заместителя департамента агропромышленного развития Андрея Николаевича Неделько. Пожалуйста, можно вас. Расскажите о перспективах и помощи со стороны департамента. Ну, я хочу сказать единственное, что рік назад ми якраз з проєктом МЕДА з Лаврененко спілкувалися, тому що він єдиний якби фермер, юридична особа. І нам така прийшла як ідея створити асоціацію потужну. І також ще нас приїжджали з Києва асоціація і розповідали те саме, що от Олександр розповідав, що в Європі чому вони потужні? Тому що їхнім асоціаціям вже більше 100 років, в них там вже все устоявшися. У нас воно тільки починається. Якщо от сказати за державну підтримку, коли ще Ющенко був, була підтримка, ви пам'ятаєте, у 8 чи десь такий рік. Да. Зараз вони також роблять підтримку, тільки вони роблять ті, хто працює як в правовому полі. Я хочу сказати, що не тільки у вас проблеми пчеловодів, а є і багато фермерів. От є підтримка, наприклад, фермери кооперативи, але вона не спрацювала. Чому? Тому що земля в тіні, налоги не платять і таке інше. Хто зрозумів, вже стали були як крупними фермерами. Вони вже працюють, банки їм дають кредити. Це зовсім інша історія. Ви зараз починаєте працювати. Та й дійсно, по віку видно, що це за 40 років чоловіки, які працюють, так сказати, от ми не перший раз збираємося, правильно? Дніпропетровська був представник, який скуповує мед. І каже, що відверто, вас, як ото кажуть на базарі, чуть-чуть. Тому я думаю, що асоціація буде продовжувати своїми як поетапно працювати. Ми з боку департаменту будемо допомагати в організації. Ну, оповіщення людей, фермерів. От до нас, якби зараз підтягнулися з Миколаєва організація, яка буде працювати над тим, щоб яка проблема фермерів. Коли фермери починають працювати з пестицидами, то страждають хто? Ви в першу чергу. Чи голова сільради там забув повідомити, в нього свої там питання, треба відремонтувати школу, таке інше. Фермер як фермер, буває, що такий, що з ними розмовляти нельзя, він як ото князь там, ну, різне буває. Тому я кажу ще раз, що якщо будемо спільно працювати, ми і департамент підключаємося, є такі приклади. Є напрацювання, що навіть відсуджують там, де страждають пчелосім'ї. І допомога, я так розумію, і в реалізації є. Тому, я думаю, для кожного з нас буде корисна сьогодні ця нарада. І подалеку, і подальшому також. Єдине, що я хочу сказати, що як ми до старт взяли на початку року, 10 районів, да, грубо говоря, пройшли, там люди якби об'єднилися, але десь 8 районів у нас якби залишилися, ну от, є ініціативні групи, але не до кінця. Тому я думаю, що нам треба це якби поки як міжсезоння, грубо говоря, люди зараз можуть збиратися разом з Держспецслужбою, з місцевим активом, далі напрацьовувати це питання. Тому що всім цікаво. Скажіть, будь ласка, а яка державна підтримка планується на 2019 рік для зареєстрованих джерелів? Дивіться, виходить, що у нас є підтримка тваринництва, там десь біля 3,5 мільярда гривень. І там для юридичних ліц, є підтримка по покриттю ставки НБУ на поточні витрати, ну, тобто на обладнання і все інше. Але, опять-таки, там є перечень документів, яких у фізичних особ попросту немає. Тому їм необхідно об'єднуватися кооперативи. Та сама проблема відбувається навіть у тваринництві, де там корови і саме ВРХ. Тому я кажу ще, що треба об'єднуватися, це процес довгий у нас буде. Так просто воно нічого не вийде. Ви бачите самі, що за цілий рік у нас поступово-поступово йде об'єднання.
Ну, насправді, вже у асоціації біля 100 членів. Ну, біля 200. Початок її народження був у цьому році. Початку цього року? Ні, минулого року. Минулому році. Але ми маємо тенденцію до того, що збільшується кількість хотелів. Можливо, у вас, шановні учасники, є питання до заступника департаменту. Користуйтесь можливістю, можете задати питання, які, можливо, вас цікавлять. Підніміть руку, у кого є питання. Можна вот такие вот простые вещи, не надо говорить слово «підтримка». Когда государство говорит кому-то слово «підтримка», это совсем погано кончается для того, кто это почув. Можно простые вещи, там чтобы, допустим, 6 месяцев в году водитель, который везет улики, ГАИ не трогал. Он же не превышает скорость, он же не делает никакие сверхвещи. Ну такие простые вещи решить в государстве. Очень простые, маленькие такие. Дивите, я представник сегодня департамента АПК. Ви дослухайте, дивіться. Ми в співпраці з спецслужбою, наприклад, відпрацювали питання у своїй сфері, щоб, наприклад, коли вам дають сертифікати, щоб там, ну я не буду вслух казати, не 50 сімей, а 10, а це відпрацьовували. Тому це все відпрацьовується. Деякі є питання, я ще раз кажу, можна виходити, їх можна вирішувати. Для цього є асоціація. І коли я ще скажу, йде про травка, також можна додатися з фермерами. Зараз відпрацьовується продукт, буде про це сказано, де ви будете друг друга бачити і чути. Тому що є багато питань, от нас зверталися, коли пчеловод повністю втрачає там своїх сім'ї, а на пенсії, що сина на пенсію проживеш? Ні. Тоді виходить, як підключатися. Ми додатися, фермери йшли, як? Вони не хочуть признавати свою вину. Але були випадки, що признавали, тому що відпрацьовували ці питання. Тому ще раз кажу, треба об'єднуватися. А громкі слова, об'єднаєтесь, ви ж теж як ви чуть-чуть. Ви знаєте, от ви правильні слова сказали. Як тільки пенсіонер зможе на пенсію жити, на цьому закінчиться бджолярництво в Україні. Давайте продовжимо стосовно вашого питання. У нас є представник від асоціації Павло Верненко. Будь ласка, прокоментуйте. Сергій Іванович, я вам відповідаю на ваш вопрос. По перевозкам вопрос. Він вирішений вже більше року. Ніяких вопросів у членів общества. У всіх є мій телефон. Якщо якісь вопроси по перевозці, це вопрос, який не стоїть вже навіть повістка. Це більше року. Він вирішений. Мій телефон, запишіть ще раз. На кожному зустрічанні ми повторяємо. Тобто для членів асоціації Херсонської, это вопрос решаемый. Да, просто многие не являются членами, потому что они этот вопрос задают. Моими личными связями, я углубляться в это не хочу, это не зачем. Смотрите, просто есть люди, так само, как и полиция, так само, продслужба, так само, держслужбовцы, есть везде разные люди. Тому каждый из вас может потрапить. Їх для цього треба вирішувати, а для цього необхідно об'єднуватися. 050. Я вам можу відповісти. 729. 050. Запиши, будь ласка. От, марка. Запиши. Я поки Павел буде записувати, зараз хвилиночку дам можливість людям задати вопрос. По поводу того, яким образом рішаються находяться рішення цих проблем. Дело в том, что когда есть юридическое лицо ассоциации, и когда есть контакт между спинкой, союзом и департаментом, то, поверьте, быстро все решается. Видно, не видно? 050-729-49-49. Павел. Павел, да. Еще раз. 050-729-49-49. Уважаемые участники, Павел еще будет на протяжении конференции, можно подойти, эти вопросы решить, чтобы мы не ломали регламент. Поэтому еще раз говорю, месседж, если вы хотите, чтобы вы, чтобы вы не остались с нерешенными вопросами своей отрасли, обращайтесь в ассоциацию, ставайте ее членами. Там взносы символические, 100 гривен. На самом деле ассоциация на благотворительных началах существует. Но ту помощь, которую она сейчас не по силу делает, она уже дает возможность идти и развиваться дальше. У вас вопросы? Такой вопрос.
Такой вопрос. Вот получается, у нас сейчас государство требует какую-то документацию на перевозку пчел. Допустим, свидетельство от ветеринарной службы и другие какие-то документы. Допустим, мы еще не все знаем, какие документы нужно. И плюс никто этим заниматься не будет. Мне так кажется. И я лично, мы с семьей не стыкались с таким вопросом, чтобы нас останавливала полиция и спрашивала эти документы. Такой вопрос, будет ли они спрашивать, и что это за документы, и как это решать? Подбор сдал. Европейском обществе должна присутствовать ветеринарная медицина. Должен быть какой-то порядок. Потому что так само у вас многие покупают в интернете, лишь когда собирались. Когда были первые сборы, было 7 человек. Вот было 7 человек, которые собирались. На дрожь было 20. Поэтому потихоньку все объединяются, потому что у каждого свои проблемы, и везде оно проявляется. Так само биопрепараты. Вы покупаете в интернете, вы не знаете, что вы покупаете. Ассоциация дает правильное направление, где покупать и качественные формы. Поэтому еще раз говорю, объединяемся. Какие-то проблемы есть, действительно, вот Павел есть, Павленко. Через него можно выходить. Если что, то вы можете на управление нашей районе. Еще, получается, просьба в том, чтобы микрофон перед тем, как поставить пасеку, перевести его в другую область, должен... Есть требования, как ветеринарные, так и карантинные. То самое происходит и в Ростове, когда привозят. В одних мы никуда не уйдем, еще раз говорю. Но если есть проблемы, ассоциация помогает их решать. Потому что на постах стоят разные полицейские, еще раз говорю. Общественно принято. Можно сейчас нам дискуссию продолжать, она будет просто. Есть ассоциация, объединяемся. И тогда не будет вот этих всех надежных вопросов. Человек брать, не проблема. Мы получаем почти все, мы получаем документы на перевоз. Но когда ты вывез пасеку в степь, вот там в степи искать какого-то ветеринара, чтобы сделать еще одну перевозку с того места, это уже проблема. А проблема еще... Это вы какой район? Да любой район, какая разница? У нас кочевые пасеки. Я живу в Херсоне, перевожу, допустим, в сторону моря, там где-нибудь там под Скадовск. Потом я еду в Великоалександровский район. Вот отсюда перевести пасеку в Великоалександровский район, что я должен сделать? Поехать в Херсон, найти... Опять же, в Херсоне мне не дадут. Зачем вы местный ветеринар? По месту. Давайте так. Дело в том, что нам раньше выдавали на кочевку единый документ на лето. И мы могли ездить на весь сезон. А сейчас нам выдают на один раз на перевозку. И каждую перевозку я должен получать документ. И для этого это проблема. Вот каждый раз получается. Мы с госслужбой это работаем, а на следующее совещание просто. Александр, на следующий раз просто еще было сюда. Заработал. В следующий раз просто сюда пригласим еще представителя пресс-службы. И у вас, когда будут какие-то вопросы, просто мы еще раз порешаем. Потому что последний раз был представитель ветеринарной медицины, но они постоянно присутствуют, просто не знаю, чего сегодня пригласили. И там все вопросы решаются. Тем более в районах. Там вообще проблем нету. Если кто-то где-то не обращается, не получается, это совершенно... К чему эти разговоры? Я понял. Мы услышали предложение, мы примем во внимание, будем в следующий раз все-таки для того, чтобы этот вопрос устранять, приглашать целевых, скажем, участников рынка.
У нас регламент, к сожалению, эти все вопросы вы можете адресовать нам. И сейчас я хочу передать спасибо. Давайте поблагодарим заместителя за то, что он выделил время. Выходной день и посетил наше мероприятие. Вы знаете, один вопрос просто в дополнение. Желательно, чтобы решить вопрос этот так, чтобы физически человек-пчеловод не общался с ветеринарным врачом. Вот у нас любят, власть всегда любит, вы к нам придите. А как сделать так, чтобы не приходить? Нет, никак. Поверьте мне, за границей все эти вопросы решены. В Европе. Да не важно, какой район. У нас в любом районе придите, найдите меня, приедьте ко мне, обнимите меня, поцелуйте меня. А потом я вам все решу за 20 лет. И вопрос, как сделать так, чтобы... Забыл один пункт, подведите меня. Вы здесь собрались в Миссури, правильно еще говорить. А дай диалог, чтобы был. Еще раз говорю. Я говорю еще раз, чтобы был диалог, правильно? Для этого создана ассоциация. Я еще раз говорю, спрос, служба, вопросов никаких нет. Я знаю по многим районам, они идут навстречу пасечникам. Ну, я же действительно это знаю, потому что я езжу. Я говорю не вам, я говорю ассоциации. Как бы ассоциация решила этот вопрос таким образом, чтобы не надо было ходить к врачу? Вот как это как сделать? Раз сейчас я хочу передать слово. Мы отработаем этот вопрос. Вопросу по поводу того, как ассоциация в дальнейшем будет помогать и развиваться, хочу представителю ассоциации пригласить на сцену и передать слово Александру Ивановичу Федорцу, да, пожалуйста, вы прокомментируйте что-то, да, и дальнейшие события по развитию ассоциации, пожалуйста. Добрый день, шановні джигари. Процес пасічний Херсонщини розпочався прошлий рік і продовжується зараз. І от ці питання, які зараз піднімаються, естественно, решаться будут в ассоциации пчеловодов. Значит, то, что говорят пчеловоды, что надо в каждый район приезжать и просить ввести на пасеку в поле ветеринарного врача, такого нет. Кто вам такое сказал? Самое главное – это получение ветеринарного паспорта. Это весной. Вы взяли подмор, отвезли в ветстанцию, сдали на анализ, получили анализ, выписали ветеринарный паспорт. Дальше вы едете на качок. Единственное для пасечников благо будет, если у вас будут следующие документы. Это заява. Но в первую очередь до получения ветеринарного паспорта вам нужно зарегистрироваться в местных органах самоуправления, то бишь в селищной раде, в поселковом совете или в городе, в горисполкоме. Зарегистрироваться, написать заявление, прошу зарегистрировать пасеку мою в таком-то количестве, находящемся по адресу такому-то. Это первое. Потом ветеринарный паспорт. Затем, когда вы уезжаете на кочевку, вы должны будете написать заявление. Форма заявления в ассоциации есть. В каждом районе, у каждого главы районной ассоциации есть эта форма заявления. Написать заявление на селищного голову той территориальной громады, где вы будете кочевать. То бишь на поле приехали, поле в каком? В Белозерском районе. Вот туда вам надо в селищную раду зарегистрировать, что я буду там стоять. Вот эти документы нужны для чего? Для того, чтобы в случае потравы суд не примет заявление исковое без вот этих вот документов. А самое, что для нас это ветеринарный паспорт и, пожалуйста, кочуйте себе. А форма номер два? Что касается перевозки. Павел Юрьевич, это наш юрист ассоциации областной. Это Лавриненко, который вот только что говорили, да? Значит, телефон запишите. Да, правильно. Андрей Николаевич сказал, есть нерадивые полицейские, есть радивые. Да, чтобы не попасть на нерадивых полицейских, у вас есть телефон, позвоните, Павел Юрьевич этот вопрос решит. Ну, если по большому счету, пчеловоды знают, как выходить с этого положения. Ну что тут греха? Ну правильно, мы не первый год кочуем. Есть нерадивые, есть радивые. Но все они хотят кочевать.
Поэтому, ну, естественно, для этого стараюсь. Однажды был такой случай, бог же взял и разбил. А потом говорит, вот же вы что я набил. Да ладно, у меня еще одна есть. Шановные, объединение – это наша сила. И самое главное, вот пчеловоды, я являюсь головой ассоциации Белозерского района, мне мои пчеловоды говорят, Александр Иванович, что когда вопрос решится, чтобы нас не обманывали экспортеры, когда мы при сдаче меда, нас иногда обманывают, иногда цены устанавливают не такую, которую нужно было бы, прибавочную стоимость. Не им, а нам должна быть. Ну, в объединении сила наша. Мы объединимся, мы можем даже влиять. Здесь, я думаю, представитель, так знаю, представитель Содружества есть, да? Она нам расскажет. Но, общаясь с полтавским головой ассоциации, он сказал, мы влияем сейчас на цену в своей области. Каким образом? Мы просто-напросто не сдаем мед. Мы не сдаем мед, они горят в контрактах. У них штрафные санкции. И тогда они поднимают цену. Это первое. Второе. Экспортеры наши работают на свою руку за пределами Украины, то бишь в Европе. Они нас обманывают, что вот Европа берет у нас по 2 доллара, а мы что, вам должны у вас брать по 2,5 доллара за килограмм. Хотя розница во Франции 14 евро килограмм. Вот прикиньте, какой подъем они имеют, экспортеры. И для того, чтобы влиять на эту ситуацию, мы должны объединяться. В первую очередь, зарегистрировать пасеки, количество, чтобы и область знала, и областной департамент агропромыслового развития должен знать, сколько же у нас в Херсонщине пчелосемей, сколько пчеловодов, чтобы планировать себе нашу, их помощь нам. Они не могут сейчас развернуться в плане помощи, потому что они не знают, а сколько у нас пчелосемей, а сколько у нас пчеловодов. А какое количество? В каком регионе столько? В каком регионе столько? Поэтому в объединении наша сила. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Почему вы не говорите о кочевом свидетельстве, оформленном номер 2? Один из вас. Кочевое свидетельство. То есть я везу свои... Вы простите, кто? Я Макаренко, пчеловод, 60 семей. Вот этими ручками. Свидетельство где какое? Ветеринарное свидетельство. Прежде чем свою пасеку поднять с точка, я беру ветеринарную службу. На Украине. Форма 2. Это в Херсоне. Форма 2. Пожалуйста, берем. Вот об этом надо говорить. Если вы ездите в другой район, вы не берете? Только что был такой вопрос, что каждый раз, переезжая с района в район, я должен искать ветеринарного врача, везти на пасеку и брать ветеринарное свидетельство? Да. Это вы так говорите? Да. Я приехала в Красногрызово, да, в Сирютинский район. У меня обокрали пасеку, и милиция приехала и спрашивает, а чего вы здесь стоите, а откуда вы приехали, а сколько у вас было. А у меня в ветеринарном написано, столько-то семей я привезла. А на точке у меня вот столько сейчас. Так у вас паспорт ветеринарный на руках. Ну и что, что паспорт? Как это вы, что? А зачем вторая бумага? Послушайте, я занимаюсь, у меня пасека... Форма номер 2 это для реализации. Погодите, у меня пасека медового направления, медово-разведенческого. Что это значит? Это значит, что я не только на зарубеж мед сдаю, а еще пчелок продаю. То есть у меня в ветеринарном паспорте, когда мы сдаем подмор, в марте месяце, да? А в мае, в начале апреля, в конце апреля... Давайте сделаем так. Это уже дискуссия, которая не совсем запланирована по регламенту. Да. И еще, погодите, у меня еще один вопрос. Мы держим мед, мы не сдаем. А потом в апреле месяце по какой цене мы будем сдавать? По 27 гривен. Давайте по цене. У нас есть сегодня представитель Содружества. Все вопросы мы приадресуем на эту часть выступления. Что касается перевозок, вы услышали, к кому обращаться. Есть для этого цель ассоциация. Пожалуйста, пользуйтесь
их услугами. Я бы сейчас хотел бы вас познакомить, уважаемые участники конференции, с непосредственным вашим коллегой Николаем Тимофеевичем Степанским. Спасибо, спасибо. Давайте поаплодируем. Николай Тимофеевич, пожалуйста, проходите. Сегодня привез, вот он, микрофон. Привез с собой его улик, да, и он расскажет непосредственно о преимуществах этого улика, почему именно такой, и буквально у вас немного времени, у Николая Ивановича Тимофеевича, прошу прощения, 140 семей, поэтому стаж за плечами достаточно большой. Пожалуйста, вам слово. Парон, да. Работает? Да. Добрый день всем. Зовут меня... Вже говорили, займаюся бджолярством з 80-го року. Зараз вдвоєм із сином працюємо. Конструкції вуликів були в мене різні. Но із 89-го року я познайомився із Озеровим, таким є пчеловод із Криму, Євпаторії. Поїхав до нього, подивився цю систему і зробив собі. Значить, вулик, у його вулики всі дерев'яні. Я дерев'яні я коли зробив, то вони дуже важкі і я, ну, дуже важко працювати в них. Я зробив із фанери. Вулик з фанери. Посередині між фанерами 20 мм пенопласта. Тобто пчоли, коли працюють, коли жара, пчоли ніколи не викучуються, при будь-якій жарі працюють дуже добре. Внизу у вулику, в першому корпусі, є спеціальна решетка горизонтальна, ну, правильно називається, вони по озеру клещі влавлювачі. Тобто клещ, особливо при перевозках, при кочовці, клещ, там пчоли шевеляться і клещ буває осипається. І бувало, що навіть хорошо осипається. І при обробці пчол димкушкою, любими другими препаратами, ззаді є душник, який відкривається при перевозках або при жарі. Що сказати по медозбору? Я знаю, що будь-який бджоляр, він стремиться, ну як сказати, побільше взяти за сезон мед. Цей вулик значну із весняного розвитку. Значить, дві сім'ї знаходяться в першому корпусі, зимують в одному корпусі, в цьому вулику. Які б вони не були по силі, чи 8, по 8 рамок, чи там по 3, по 4 рамки, розвиття йде дуже інтенсивно. Пчоли наращуються дуже швидко, матки червлять дуже добре, тому що їм і тепліше, вони обігрівають через перегородку друг друга. Більше пчоли виходить на збір пильці і нектару. В дальнейшем, коли вже наростилися там пчоли, ставляться другі корпуса. Весь мед, який є у перших корпусах, піднімається наверх, бо другі корпуса, а в перших корпусах ставиться суш, хороша суш. Суш, як ви знаєте, обично при постановці вулі треба збризгувати сиропчиком. Я цього не роблю, тому що я осінню відкачую мед, і суш на стелажах у мене не обсушена висить. І я її спеціально, як типа вулика, на 30 рамок під стеклом на сонечки поставив, вони нагріваються, і я такі рамки ставлю у вулик. Пчоли, ви самі розумієте, що одразу на цю рамку її обсушують, і матка дуже хорошовна вчора. У першому корпусі 8 рамок стоїть там зверху, між першим і другим корпусом, панамановська решетка. Можна це відповідати? Ви розказуєте,
Давайте зробимо так. Ми зараз, я з цілею пригласив на сцену Ніколая Тимофійовича для того, щоб він просто зробив екскурс, тому що у нього є така можливість, скажімо так, презентувати такий улік. У нас буде перерив, ви зможете підійти і досконало. Ви саме головне зараз розповісти про нюанси і про перспективу. Чому саме, чим він відрізняється від традиційних, скажімо так, улік? Оце саме головне, щоб почули джерелі. Один отакий вулик заміняє любих чотири вулики. Любий одноматочний. Отакий вулик. Транспортіровка, спрашую, яким образом? Ну, транспортіровка в мене на прицепі. Я його один раз весною погрузив. І осінню розгружаю, коли всього два корпуса встається. Недостатки які ви бачите? Є недостатки. Є і плюси, і мінуси. Значить, коли сім'ї через верхній корпус об'єднані, то є, що таке двохматичне содержання? Це якщо з одного розплодного корпуса пчоли можуть через дві ганамановські решетки, через общий корпус перейти в другий розплодний гніздо. Оце є двосматочне содержання. Но який недостаток? Якщо немає взятка, треба одразу в верхній корпус, де общий, треба ставити перегородку. Якщо матка у якійсь половині або пропала, або тиха зміна, або роєння, вона ніколи тут не облітається. Її вже не приймуть. Якщо вона навіть полетіла на взяток, її вже назад не приймуть. Тоді приходиться ставити перегородку і справляти всю сім'ю. Ще один недостаток. От з цим уліком працює тільки два чоловіка. А чого? Представимо, у вас, допустимо, корпус, у вас нижній корпус сім'я. Ви ставите третій корпус, ви говорите, ви піднімаєте другий корпус, піднімаєте наверх, ставите на таку підсушку. Один чоловік 16 грамів з медом полномедним, попробую підняти. Ну, спина грижа – це обезпечено. Так це елементарно робити, розтаскую, розкидуєте, поверьте. Ну, пусть 70 років не робить. Коли я був молодим ще, мені зараз, можна сказати, 70 років. Коли я був молодим, то я тягав і корпуса, і були в мене общі, і на 300 рамка було. І я тягав. Зараз я такою системою не займаюся. Я вам чесно скажу, я не займаюся такою системою. У мене просто дві сім'ї спарені в одному вулику. Тобто тільки половинка. Це половинка. 8 рамок. Тільки так, тому що вже возраст такий, і вже не той азарт до пчеловодства. Как много стоит эта фанера? 20 год. Фанера? Да. Це фанера вагостойкая. Я снутри от пенопласта прокрашиваю її оліфою, а снаружи жидкою краскою. Сначала один слой, а потом хорошую вже краскою красю. І є, звісно, запасні вулики, які я ремонтую. І якщо десь якийсь вулик, ну, поломка якась або що, я міняю все. Цей вулик можна розібрати на деталі. Якщо якась речка десь там внутрі чого-то пропала, я можу розібрати її, що на шурупах все розбирається і міняється. У дерев'яному цього зробити Іван Дмитрович, я вас благодарю за те, що ви ділитесь своїм опитом. Давайте поблагодарим пчеловодам, тому що не кожен може з вами познайомитись. Якщо комусь цікавий опит Івана Дмитровича, пожалуйста, він тут на конференції, обращайтесь, підходьте к улію, посмотрите внутрі його состояние і його конструкцію. Я хотів би зараз передати слово следующему нашому пчеловоду, спікеру, спеціалісту по мотководству, основателю компанії Денису Фадееву. Пожалуйста, Денис, подходите. Презентация ваша уже на слайдах. Прошу. Здравствуйте. Там основатели компании Thermal High занимаются производством нуклеусов из пенополистирола.
Но это об этом сейчас не будем. Попросили меня выступить на тему Банкфаст, но рассказывать о преимуществах Банкфаста, сколько может выкачать мед, плюсы, минусы. Я не хочу об этом говорить, потому что об этом уже миллион раз сказано. Я хотел бы поделиться с пчеловодами историей создателя Банкфаста, то есть брата Адама, который реально занимался селекцией Банкфаста, посвятил жизнь пчеловодству. Он занимался пчелами 70 лет, умер в возрасте 98 лет. Ну, человек реально легендарный. Я не знаю такого второго человека в мире, который бы посвятил настолько много лет пчеловодству.